Вот. Ураган. У Надежды Васильевны привязаны здесь. А здесь Вера. Но все, они уголь привозят. Володя кидает все. Вот сколько. Сколько всего угля привез? 8 тонн. И сколько отдал? 27 тысяч. Ну и все, больше не приедет? Нет, вот еще одну привезет сюда и все. Ну все, да? А это что таскает тут? Это... Вот какое дело. Я ему не помогаю. Вот это мусор вывез только. Все. Вот оно так. Я, Надежда Васильевна, выкинула что? Из сарая. Понавезли тут. Кто-то изобретал шкафы делать, а потом ломает, выбрасывает. Это Надежда Васильевна сказала, давай отдельно, потому что угля нас жжет больше, чем мы на храм и на квартиру. То жарко двери откроет, то холодно, три раза может дверь топить. Вот это тут у нас сарай. Все, что есть. Показать. Это сегодня у нас 15 октября 2020 год, четверг. Там у меня голуби ходят. Вот, а там вот в дверях дикари. Вот здесь вверху две кошки, там белый и рыжий. Да лает он на этого. Это вот домик от Романа Малыша, я считаю, остался. Я его забил со всех сторон, две дырочки тут оставил жуланом, большая синица, и семечек туда подсыпаю. Так интересно вокруг смотреть, как они шмыгают туда-сюда. На столе стоит, в виде домика. Калины собрал, два ведра полные, уже очистил. Будем наши подготавливать, виноград убрать. У нее в сарайчике вещи были. Теперь углярочку свою. С палочкой, бабушка. Это на улице у нас. Да видите, эти надписи висят.
Я его сейчас закрою, вот того. Он на него лает. А этот молчит. Сегодня мы гуляли. Все. Лайте на кого. Володя, помогай ему, командуй. Володя, еще подальше туда проедем. Стой, сломает, сломает. У вас там вот упирается в эту. Вот так. Откуда этот уголь-то вообще поступает? С Кемерово. Кемерово. Они должны нам отдать, потому что землей засыпало деревья-то у них. Нашей землей, алтайской, Лагата. Я им это докажу, пусть они наполовину цену сбросят. Там, где все частники работают. А? Это частная все организация, это частная. А, только дело.